Nee, ich meine hier in diese Strecke daraus выносить. Сюда подранить. Слушай, а тут, наверное, вот сзади, наверное, она и останется, вот это, да? Просто дырка будет, наверное, хорошо. А что, дырку закроешь, и пусть вот это все будет. Она же не до конца вот это, по-моему, спасена. Ну как не до конца плиты? Ну пусть такая ободок останется, что ее стенку да. Все так. Вот, а там что-то наклеить, если... А потом если поставить будет. Сюда какую-нибудь маленькую тумбочку, и все. Не, я думала, если что выносить, тут вот сирался, детей. Зачем? Чтобы все видели или что? А куда? Отсюда вынесет. Да? Угу. Здесь прогорело все, господи, вот. Вон прогорело все. Нормально, да, сыграл, блин. Нельзя его. Она просится прямо. Берег стоит. Все прогорело. Как это с нее? Я думаю, у него шамот. Железо было, и она прогорела. Если это поднимается, было бы неплохо. Уже как-то его поставить сюда. Год не могу найти. Наверное, ему уже, короче, 70 или 80 лет. Почему он что, кого-то купил? Он, наверное, старый делал у кого-то. А дырку эту потом замаурить и поставим что-нибудь и все, да? Да она все лезы, а такой плитки больше нету. Ну, белую пластиком и все. Что, здесь пластиком? Ободрать потом обои. Что, вы сейчас обдирать, что ли? Они, боже. Они лезы все. Что, приклеены? Отжимы все отошли. Угу. Будь здоров. Мне легче самое ободрать, и потом ты наклеешь что-нибудь и все. Даже поклеешь и другие обои сделаем. Все. Да. Ну не сейчас. Давай хоть до весны. Кое-что выписала, хочу вам показать. Ну, у меня такой журнал есть. Я здесь кое-что выписываю. Ну, выписываю, что мне нравится. Ну, так, по мелочи. Ну, делаю не каждый раз, там, не знаю, сколько. Как уценят, я раз так сразу и что-нибудь куплю себе. Это я уже давно не выписывала. А тут я, это, ну, короче, решила выписать. Вот что я получила, сейчас я вам покажу. Вот такой будильник, часы, термометр. Батарейку надо ставить. Здесь вот батарейка вставляется. Где-то вставляется, это точно. Ну, тут вот. Кто-нибудь разберется, я думаю. И тут все нарисовано, куда, что. Памятка. Нажимаешь. И карандаши сюда вставляются. Вот как он как идет, как часы. Температура. В комнате температура на улице. И для карандашей вот сюда вот вставляется. Хорошая штучка. Только где батарейки здесь вставляются. Я вообще в шоке. Батарейки нет. Ну, не может же быть, что батареек не было. Не может же быть, что батареек. Должно быть на русском. Ну, короче, я потом разберусь. Сейчас я покажу сначала, что я купила. Потом разберусь на русском или на каком. Так, а батарейки-то куда вставляются? Смотрите, здесь я глубоко, до сюда. Вот здесь что-то есть, вытягивается. Короче, здесь вытягивается, батарейка вставляется.
Вот. Все заработало. Культурно все. 12 часов здесь все поставить надо. Монток. Сегодня 11. 16 число стоит. А вот день 12. Ну, правильно, если у нас часы туда-сюда. Ну, это надо поставить. Ну, здорово. Вот. Карандаши сюда поставить. Нормально. Так, с этой разобрались. Вот такие заколочки. Ну, он как будильник идет. И температура, и все. Так. Вот такие заколочки. Смотрите, вот такая большая. Черную взяла. Видите, сверху раз так защемляет. И волосы держит. Тут три цвета. Три цвета. Коричневая, черная, белая. Так. Что я еще выписала? Вот такое выписала. Вот такое давно хотела. Ну, вот такая Эдельшталь, пластик. И разделено на три части. Ножи поставить. На кухне поставлю, я вам покажу. Поварёшки, ложки. И вот так вот она у меня будет стоять, и все. Без фокусов. А что? Вытер, и все. Я, между прочим, я такие две взяла дочери и себе. Так, следующее. Вот взяла на унитаз. Стелить вот такие две штучки. Ну что так за... Закроют, прям открыть нельзя. Нет. Я соседям взяла вот такие две штучки, поролончик, стирается хорошо, сзади вот такая клееночка и вот такие липучки, на крышку раз одел, залепил, зато садится не на холод. Вот это мне нравится. Ну, я соседям взяла, они пожилые, пусть менять будут. Такие две штучки мягкие такие, хорошие. Так. И еще вот здесь выписала себе, не знаю, сколько штук. Такие маечки. Сейчас посмотрим. Ну, знаете, что-то я выписала, не знаю, сколько штук. Они тянутся, ну, разделю там дочери и мне. Ну, что-то они немножко, какой размер? Хотела же большой. Вот здесь замочек впереди. И сзади широкая планка. Вот видите? Ну, тянется. Ну, очень удобно, знаете, летом. Чтобы не сильно поролон вот здесь у вас был, жарко не было. Вот такие одеть и все. На замочке впереди. Ну, что-то мне кажется, я другой размер выписывала. Ну, ладно, черный. Бежевый, беленький, красный. Под любую кофточку можно вниз одеть. Голубенький и желтенький. О, вот это хорошо тянется. Смотрите, это пойдет. Это пойдет. Единственное, что вот здесь вот мне не нравятся лямки. Нельзя выше сделать. Вот здесь надо пошире было. И лямки не растягиваются, длина. Короче, померю, посмотрю. Может, здесь что-нибудь ставить? Какие-нибудь резинки? Ну, померю, я обязательно вам скажу. Так, еще здесь у меня лежит журнал. Я уже тут присмотрела, что мне выписать. Ну, я еще посмотрю, потом вам покажу, что здесь можно выписать. Что еще хотела сказать, я потом поставлю видео вам, вы посмотрите про камин. Вот у нас стоит камин. Один раз в год приходит
Вот этот черномазый такой, знаете, который чистит. Да, сказка какая-то была у нас. И он ходил, трубочист называется, очистил у кого камины, трубы. Он приходит раз в год, за это берет хорошую денежку, за то, что он посмотрит, почистит. В этом году мы очень много пользовались, потому что, ну, холодно было. И этот камин в конце года будут приходить и контролировать у нас. Там надо поставить такую штучку какую-то, ну, они все время что-нибудь выдумывают. И у кого этой штучки не будет, значит, надо убирать этот камин, ставить другой камин. Ну, что-нибудь всегда придумывают. Там должен быть какой-то защита какая-то. Ну, типа мы, знаете, жгем дрова, и оно попадает в воздух и засоряется. Ну, вот это как на русском объяснить, я так думаю. Ну, по-немецки это там еще называется как-то. И у соседей у нас, я видео вам поставлю, тоже стоит камин, но он уже сломался весь, он уже внутри сгорел. Если у нас тут чугун, он долго, там железо было, и оно уже внутри прогорело. И он хотел к соседям идти, я говорю, давайте мы выходные уберем этот камин. Пока он стоит, он считается, что он рабочий. И я сказала, что выходные мы его уберем. Мы его убрали. Выходные теперь он придет, посмотрит и деньги не возьмет. Пока камин стоит, это все равно работает. Он и пользуется они, зажигают или нет. Главное, когда он стоит, камин, он посмотрит и возьмет за это денежку. Вот. И мы это убрали, камин. Теперь он пусть приходит и уже деньги с нас не возьмет. Вот. Ну, что, всегда что-то выдумывают, бедные люди. Энергия дорогая, газ дорогой, теперь еще уберут вот эти все камины, и как люди будут греться. Вот на эту тему хотела с вами поговорить. Ну, так вроде все рассказала. Всем спасибо, всем здоровья, мира, добра, терпения всем нам. Не ругайтесь. До следующих встреч.